Два года я рассказываю постоянно, как Отче наш, одну фразу. Все, что есть в твоей реальности, факт твоего желания. Все, что есть в твоей реальности, факт твоего желания. Все, что есть в твоей реальности, факт твоего желания. И люди такие, ну хорошо, интересная мысль. Но потом, когда начинают задаваться вопросом, они говорят, подожди. Я не хочу 100% болезнь. Я не хочу. Я болею долго, всю жизнь. Я не хочу, чтобы болели мои дети. Владимир, а как быть с тем, что ребенок родился больным? Он что, выбирал для себя болезнь? И задают много подобных вопросов. Я не хотел, чтобы меня кинули партнеры, чтобы меня кинула строительная компания на покупку квартиры. С квартирами в последнее время обращаются все чаще и чаще, когда вложили в первичное строительство, деньги взяли, а дом не построили, клиентов кинули. И они мне говорят, Владимир, ну классная, конечно, позиция у тебя, все, что я вижу в своей реальности, это все я хотел. Я этого не хотел. И вот они настойчиво доказывают, что я этого не хотел. Ни болезни, ни проблем с деньгами, ни ссор с женой, с мужем, ни разногласий с родителями. Я этого ничего не выбирал. Это не мой выбор. Доказывают. И я прекрасно понимаю, насколько это не состыковывается с логикой ума. Потому что в уме я не мог это выбрать. Это не мой выбор. Но есть другая группа людей, которые говорят такие, хорошо, я почему-то понимаю, что ты говоришь правду, что ты говоришь на самом деле, что эта фраза является ключом, ключ, открывающий дверь сознания, ключ, который может полностью трансформировать всю мою жизнь. Если я захотел себе вот эту историю, и она в моей жизни происходит, то я что могу захотеть по-другому, и все будет по-другому? Ну, конечно, в этом и суть. Ты, если захотел всего вот этого, ты можешь захотеть по-другому, и все будет по-другому. Хорошо, Владимир, а зачем я хотел вот эти страдания? Зачем я хотел эти проблемы? Зачем я хотел, чтобы вот так все было в моей жизни неприятно, неудобно? Да просто фигово. Зачем мне это? И вот ответ на этот базовый вопрос. Зачем люди хотят переживать страдания? Боль, неприятности, душевную боль, одиночество. Зачем они хотят это проживать? Все ради счастья. Все ради счастья. Мы все делаем в жизни ради себя. Абсолютно все наши действия направлены на создание счастья. Но счастье – это не всегда улыбка, блаженство, наслаждение, кайф. Нет. Счастье может быть как радость с улыбкой, с наслаждением. И счастье может быть со слезами, когда ты плачешь. Когда мама берет тебя на ручки, ты маленький, ты плачешь, ты ударился, тебе неприятно, тебе обидно, тебя не выбрали, обесценили дети, с которыми ты играешь, и тебе обидно, ты прям плачешь, у тебя забрали игрушку, и ты плачешь, и тебе неприятно, и мама берет тебя на ручки, и ты прям вот это вот чувствуешь жалость, чувствуешь неприятность, и обнимаешь маму, прижимаешься к ней, и тебе безопасно, спокойно, хорошо, нормально. Вот это вот состояние, ты понимаешь, ты счастлив. Или когда ты плачешь, тебе так горько, и вдруг, когда ты поплакал, тебе становится хорошо, тебе становится приятно, просто приятно. Счастье. Для многих людей счастье возможно только через страдания, когда ты прожил сначала боль, а потом получил счастье, потом получил радость. Так устроена их система морали, их система хорошо и плохо, положительное и отрицательное, что возможно только через прожитое страдание понять, познать счастье. Вот ты чувствуешь счастье. Я счастлив. Хорошо. Я счастлив в страданиях.
Почему я счастлив, страдая? Почему я не могу быть счастлив в радости? Ведь я так много раз был счастлив, когда испытывал радость, когда испытывал любовь, поддержку, праздник, Новый год, всю семью в сборе, день рождения, совместное путешествие. Я много раз в своей жизни переживал радость и счастье, когда все хорошо. Зачем я получаю счастье и ищу для себя счастье в страданиях? Изысканный вкус. Мы же не едим одну картошку с мясом или с рыбой. Мы же не едим одно и то же блюдо. Мы каждый день выбираем что-то особенное, что-то не такое, как вчера. Вчера мы это ели, сегодня хотим что-то другое. Даже если у нас скудный бюджет, мы все равно придумываем что-то, чтобы как-то разнообразить свой стол. Если у тебя избыток денег, то постепенно приходит к вкусовым извращениям, когда уже это все попробовал, это все поел, и хочется чего-то эдакого, чего-то особенного, того, что не подают в других кафе, ресторанах, на столе, что-то такое вкусненькое, необычное, которое затронет какие-то новые рецепторы ощущений. Радость – это очень простой способ пережить счастье. А нам подавай что-нибудь такое, где придется прочувствовать боль. Дуальность. Все в мире дуально. И радость, и страдания – это тоже две стороны одной и той же медали, которая называется счастье. Мы все делаем ради себя. Мы все делаем ради того, чтобы испытывать, проживать в жизни счастье. Представляешь, Вселенная никогда не говорит «нет». Никогда, ни при каких обстоятельствах Вселенная не говорит тебе «нет». Ты постоянно в контакте с волшебником, который тебе говорит «да». Всегда, 24 часа на 7. Все, что ты себе разрешаешь, все видишь в своей реальности. Все, что ты себе разрешаешь, ты видишь в своей реальности. Ответ – да. Почему я вижу страдания? Потому что в твоей логике ума, в твоей картине мира, в твоей шкале ценности вот так должно происходить. Вот так. Для тебя разрешение внутреннее на вот такую историю. И чаще всего это история через страдания. Почему мы выбираем страдания? Слушай, ну это какой-то внутренний, бессознательный выбор. То, что мы для себя объяснили в бессознательном состоянии, в подсознании, что это нормально, что это должно быть вот так. И поэтому, проживая всю свою жизнь, мы терпим страдания и никак их не замечаем, не решаем, не меняем. Мы всегда находимся в состоянии жертвы обстоятельств, что я жертва этих обстоятельств, я терплю то, что происходит, со мной неправильно поступает жена, со мной неправильно поступает муж, у меня в жизни происходят проблемы с деньгами из-за правительства, из-за начальства, из-за директора фирмы, из-за системы образования и много-много разных причин. Я ни на что не влияю, я никак не могу изменить все, что происходит вокруг меня. Мы просто находимся в терпении. Но если я не могу изменить, чего мне суетиться? Я просто терплю. Я просто беру себя в руки, нахожу способ, чтобы прожить эту боль. Как мы боремся с болью? Чаще всего выпиваем сильное обезболивающее, которая на время дает нам возможность передохнуть. А потом мы снова возвращаемся к проживанию боли. Иногда в моей жизни бывает, что я так сильно напрягаюсь. И что, стоит выпить 3 рюмочки алкоголя, и камень с плеч спадает, тело расслабляется. Такое, ну, все, можно прожить дальше. И многие люди находят выход для себя в алкоголе. Они бухают. Другие находят выход для себя в сладком. Когда сладкого поел, утолил свое тело, наполнил его этими калориями, и тебе стало легче. Я думаю, мы все замечали, что стоит съесть шоколадку, и тебе становится легче. Вдруг ты заговорил, до этого молчал, энергии не было, тебе было грустно, печально, съел шоколадку и заговорил. Все, активность повысилась, тебе стало легче. И вот такими вот искусственными
способами мы закрываем эти дырки страданий, когда нам плохо, когда мы переживаем, мы пытаемся утолить наше страдание, заменить его. Мы прячем свое сознание от того, чтобы изменить в моменте то, что проживаем. Поэтому я постоянно говорю о том, что все, что ты видишь в реальности, факт твоего желания. Посмотри на то, что сейчас в твоей жизни есть. Вот это ты и хотел, вот это ты и хочешь. Зачем? Ради своего внутреннего счастья. Почему у тебя счастье только через страдания? Так выбрало твое бессознательное, так выбрало твое подсознание с самого детства. В генетике. В генетике очень много зависит от генетики. Когда наше нам тело подсказывает, что вот это правильно. А мы говорим, это неправильно. А тело говорит, это правильно. Как быть? Откуда этот ответ, что тело говорит, что так правильно? Так правильно съесть сладкую булочку, и все будет хорошо. Ты такой, о, классно, съем сладкую булочку, и все будет хорошо. Обман. Очередной, снова и снова обман. Что с этим всем делать? Все начинается с осознанности. Все всегда начинается с осознанности. Я так и хотел. Зачем? Зачем я это хотел? Это классная, кстати, техника. Я прям хотел отдельное короткое видео записать про эту технику. Я так и хотел. Я где-то ее услышал, она мне очень сильно понравилась. И с того дня, я говорю уже практически полгода, в любой ситуации я так и хотел. Что случилось, то и цель. Я так и хотел. Я вот так вот хотел. И это произошло. Это происходит в моей жизни. Когда что-то происходит, когда ты себя чувствуешь в определенных состояниях, в эмоциях, особенно в страданиях, посмотри, а зачем? Что сейчас происходит вокруг меня? Что сейчас вокруг меня происходит? Зачем я это хочу? Я соглашаюсь с тем, это первое, что это и есть мое желание, это факт моего желания. А зачем я вот так вот выбрал? Вот и в этом и кроется вся суть, вот этот вот волшебный ключик, отмычка от двери твоего бессознательного. Я понимаю, что это мое желание, мой выбор. Зачем? Почему я это выбрал? Как выбрать по-другому? Могу ли я выбрать по-другому? Ответ однозначно да. Конечно, можешь. А что я могу выбрать? И представляешь, ты можешь поставить на весы один вариант и второй вариант и принять свой выбор, психический выбор. Как выбрать психически? Убедить себя, что новый выбор, он более правильный для тебя, и тебе он больше подходит. Но это не про логику, это не про усилия воли, усилия тела, заставить себя поверить по-новому. Так не бывает. Вера – это то, что для тебя нормально, то, что для тебя обычно. То, во что ты веришь, то и видишь в своей жизни. Если не до конца понял, но чувствуешь, что что-то в этом видео есть, внимательно включаешь его еще раз, убираешь все отвлекающие моменты, берешь тетрадку, ручку, слушаешь, ставишь на паузу, записываешь, включаешь дальше, смотришь еще раз, медленно смотришь, слушаешь. Здесь ключ, скрывающий как твое бессознательное, так и изменяющий полностью всю реальность, в которой ты находишься. Услышь, пожалуйста, услышь. Обнимаю крепко-крепко, люблю. Увидимся. Пока.